У людей порой складывается впечатление, что сегодня сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересует не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела, когда с ними знакомишься, складывается такое впечатление. Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны их носить, эти погоны, они должны быть, эти люди, изъяты в первую очередь из нашего общества, прежде чем те преступники, назовем их так, до суда, дела которых они расследуют,